Всем привет, с вами Андрей. Сегодня я вам покажу, как строят в Германии. Сейчас мы привезли бетон и бетонируем перекрытие. Дом строится, ребята. Люди внутри живут. Привезли сегодня бетон. Разгрузка идет полным ходом. Смотрите, какие у нас машины ездят. Бетон-такси. Заказывайте, приезжает, привозит бетон. 24 куба у нас. Это все делается краном. Вы видите, накрыли планами и такую временную крышу построили, чтобы дождь и снег, ветер не мешали строить полностью дом. Поставили леса рабочие, накрыли пленкой. Но такая временная конструкция, она очень хорошая, так как защищает полностью дом от влаги ненужной. Вот сейчас происходит опускание рюмки. Я поговорил с прорабом, он говорит, что один строительный лес с крышей стоит 16 тысяч евро. Вы представляете, вот чтобы поставить вот эту махину над домом, 16 тысяч надо. Это что-то новенькое. Болты стоят, а на них арматура лежит. Это получается, перекрытие еще дороже стало. Сейчас рюмка идет опять наверх, она пустая. Вот эти все проемы, они закрываются на ночь, когда работы заканчиваются, чтобы дождь не попадал. Вот мы сегодня заливаем первую часть перекрытия. Сам владелец дома решил сделать еще пару этажей, так как сейчас в городе земли мало и люди нуждаются в квартирах, поэтому каждый человек придумывает что-то новенькое. Добавляет еще воды, у него почти вода кончилась в баке, а бетон до сих пор густой. Одна канистра у меня здесь, это флисмитель, по-русски пластификатор для разбавления бетона. А вторая канистра у меня находится вот в этом ящике. То есть у меня с собой в общей сложности 10 литров. Примерно надо будет на 8 кубиков 2,5 литра вот этого пластификатора для разбавления бетона. Так как я стою здесь долго, жду, пока мой коллега разгрузится. Он разгружается уже час. Ему еще примерно 2 кубика, это надо еще, наверное, минут 20. И когда он разгрузится, у меня бетон будет густой. И прораб сказал, что воду добавлять нельзя. Для этих случаев вот как раз нужен пластификатор для разбавления бетона. У немца его нет, он добавлял водой, и он полностью бак 400 литров туда бухнул. Хотя его предупредили, что воду добавлять нельзя. Но вот он делает сам на свой страх и риск. А на нижних этажах живут люди, специально такие есть бумажки. Они крепятся к окну, где предупреждают владельцев квартир, чтобы они не открывали окна, потому что здесь мусор, пыль и грохот. Что, ребята, сейчас у нас в больших городах проблемы с жильем. Многие квартиры очень дорогие, квартиры не хватает, много молодых людей едут в большие города за работой. И чтобы как-то решить такие проблемы, владельцы таких домов, как этот, они достраивают этажи. Сейчас как раз мы занимаемся строительством, делаем перекрытие, потом пойдет еще один этаж. Это стоит большие денег. Ну что, ребятки, вот такие у нас строительные действия проводятся сегодня. В городе нехватка квартир. Квартиры дорогие, примерно 2-3-комнатно стоят от 1000 евро в месяц и больше. Если новострой, то еще дороже. Ну вот так здание выглядит. Со стороны все окутано пленкой, и внутри люди живут. И не знаю, это не один месяц будет длиться, потому что действительно работы еще много. Вот мы на днях заливали, буквально позавчера, вон то здание стоит, тоже перекрытие делали.
Но вот посмотрите, срезали балконы, поставили рабочие леса. Это, конечно, небольшие неудобства для жильцов. На балкон ты уже не выйдешь. Окно не откроешь. Если окно откроешь, там готов увидеть какого-нибудь рабочего, который заглядывает в твое окно. Да, ребята, конечно, мало приятного. Но что поделать. Хозяин, барин, захотел, решил построить еще один этаж. Ну вот уже практически заканчиваем. Еще одну машину будет дозаказывать. Потому что еще посмотрите, сколько осталось. Так что работа кипит, ребята. А уже лампы включили, так что тут можно по темноте работать. Бетон немножечко такой густоватый стал. Ну что, надо пойти, у меня осталось совсем немного. Люди бедные сидят. Дома. Потому что тут постоянно грохот. Вон свет горит. Дедушка работает за компьютером. Наконец-то дождался коллега. Через полтора часа только уехал. Походил, поснимал для вас. Сделал небольшой такой мини-обзор строительных работ. Снизу живут жильцы, мучаются, потому что срезаны все балконы, закрыты окна. Квартиру не проветрить. А утром встаешь, шторки отодвигаешь, а там чья-то морда на тебя смотрит. Ну, это, конечно, мало приятного. Но есть небольшой плюс у жильцов. По немецкому закону они могут написать письмо в ту фирму, у которой снимают квартиру, и попросить скидки на время работ. Примерно до 50% они получат вот на эти месяца, пока будут проводиться строительные работы. То есть, ну, хоть что-то, да? А то так не проветрить, не выйти на балкон тоже, конечно, это плохо. Ну, а владелец, конечно, получит свое. Он получит дополнительный этаж, дополнительные деньги. И кто-то сюда потом въедет. То есть в нашем городе решают, борются с нехваткой квартир. Потому что действительно сейчас цены растут. За последние года уже цены поднялись на жилье, на землю в 30-40 раз. Это космические цены. И, допустим, если у тебя есть дом, да, вот как здесь, двухэтажный, и тебе еще хочется один этаж, то, конечно, ему легче этот этаж достроить, пускай он разрешение еще там заплатит большие деньги, но это будет дешевле все-таки, чем опять купить где-то участок земли и построить, да, еще один дом. То есть люди сейчас, каждый придумывает разные возможности для поднятия, или даже не на поднятие, а для увеличения жилплощади. Но так мы боремся с нехваткой жильем в нашем городе, такими методами интересными. С вами был Андрей, подписываемся на канал, смотрим новые видео, всем пока!